нас при Украине, смотрите, очень сильно процветало рейдерство. То есть депутаты подделывали документы и просто покосили поля у нас. Все документы у нас есть, решения судов, но мы сколько ни обращались, 4 года мы судились, полиция не реагировала. Даже есть решение следственного судьи вернуть зерно. Но полицейские реакции никакой не было. Мы обратимся в комендатуру. Мы видели, что в том хозяйстве зерно наше, сворованное, 252 тонны лежит. Ну, я надеюсь, может быть, нам помогут. Это очень большие деньги для нас. Мы его вырастили, у нас просто его рейдернули нас. Просто поделали документы, поставили в оцепление поле работники полиции и скосили. А возвращать никто не хочет. Зерно, к примеру, 8, ну, где-то миллионов на 5 в гривнах. Ну, это не маленькая сумма, если в рублях.